тонкий красный закат, окна закрашены пылью, и в своей маленькой пустой однушке ты строил планы, как бы стать счастливым. Небо покорялось тебе только взглядом мури, ты видел только на своих заставках солнце, лучами город еле пробивало люди в сумасшествии под... Спрятали ее глубоко. Очень глубоко спрятали. И теперь ты знаешь, как много мест теперь ты знаешь. Твои впечатления от кафешки? Это было великолепно. В кавычках, естественно. Набил брюхо паршивой едой. Твои впечатления от кафешки? Сука, выжили. Я надеюсь, мы выжили. Никаких пробел. Краснодарский край, судя по всему, это рай. Ты в раю? Я в раю. Паша, да. Ты в раю? Я летаю. Снегири и суперглей. Это кожаные одежды. Снегири и суперглей. Снегири и суперглей. Снегири и суперглей. Снегири и суперглей. Мать со смены пришла, наварила киселей. Вот и молодость прошла. Снегири и суперклей. Стоянка Екатеринбург, как дела? Снегири суперклей, снегири суперклей, снегири Поели мы на юге, у нас тепло, жарко, я бы даже сказал. Вот. Ты рад, Мансур? Да, весьма. Как тебе терминал? Терпимо. Ублюдский терминал. Если смогут между нами встать люди... А вот тут не доделали. Ай-яй-яй. Чё, дробка? Да нет, этот... Не спеши ты никогда обрубать канаты с пылу. Не за спиной, только в глаза, и увидишь, станет все на свои места. Дай же слово пацанам,
держаться в этом сером мире через силу, но зло всем мудакам и не расстаться нам. Не на время, даже не надолго, не на неделю и точно не навсегда. Нехуёвый сок. Мы, кстати, в семье называли его матерным вареньем. Горячий кукуруз! Да не, нормально было. Мне кажется, это будет самая фишка видео. Я это потом... Когда все вот так будут делать, типа, да. И так медленно. Фишка нашей поездки.